Добрый день. Добрый день. Когда? Пожалуйста, представьтесь и расскажите, о чем сегодня шла речь. Сходовская Лариса Владимировна, генеральный директор экологического предприятия «Эколар» и член правления Совета по экологическому строительству. Здесь шла речь о ратификации Парижского соглашения и о рисках, связанных для российской экономики, связанных с этой ратификацией. Очень интересная дискуссия, много интересных замечаний и правильных к Парижскому соглашению и общий вывод о том, что ратифицировать надо, но и какие-то выгоды надо найти для России в этой ратификации и уступки тоже. А вот как вас, я имею в виду экологическое предприятие «Эколар», может коснуться вот подписания этого соглашения или не подписания, вот с вашей точки зрения? Нас, наверное, мы разрабатываем экологическую документацию, и поэтому нам интересно будет изменение и переход на, допустим, наилучшие доступные технологии и модернизация экономики. Может быть, по-другому надо будет смотреть на разработку документов, которые мы делаем. Спасибо. Спасибо и вам.